Конкурс на лучшее название 50-метрового бассейна продлен. Прием заявок будет осуществляться до 1 апреля. Организаторы отмечают, что победитель получит благодарственное письмо и бесплатный семейный абонемент для посещения комплекса на один год. Лучший вариант будет записан в учетные документы объекта и будет красоваться на вывеске. Положение о конкурсе размещено на сайте спортивной школы «Олимп». В нем указаны требования к названию, например, креативность, легкость восприятия, отражение спортивного духа комплекса, уникальность и значимость для нашего города. На сегодняшний день в адрес организаторов поступило больше 20 заявок. В основном все предложенные сургутянами названия связаны с темой воды.